Всем привет, вы на канале GameDop. Сегодня поиграю еще разочек за Раису. В прошлом видео я говорил, что мне этот герой не очень понравился. Беру свои слова обратно, потому что я этим героем разыгрался, и мне этот герой понравился. Я ему даже немножко вещи поменял, потому что я использовал стандартный набор вещей. Он такой типа чисто маговский, на Магурону. Я немножко переделал, добавил больше стойкости и добавил больше отката скиллов. Сразу беру своего героя, которым я хочу играть, подтвердить и ждем. В чем плюсы этого героя для меня? Им легко стоять на лайне, это раз. Им легко фармиться, потому что у него есть пассивка, которая повышает количество золота, которое мы получаем за убийство мобов и за убийство героев. Даже не за убийство, просто возле нас умирает моб и герой, и мы за это получаем плюсы к золоту. Так, ну чё, стартанули. Добро пожаловать в Champions Legion! Вот и дай барабанить мою алхимию в деле! Как можно... Сейчас. О, выключил. Потому что там у кого-то микрофон включенный, там какие-то звуки непонятные, передящие. Не хочу их слушать. Только отвлекают меня. Сразу будем... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут герой, который кидает вот эти вееры, конечно, он напрягает очень. Он очень напрягает, потому что он тем скиллом своим далеко стреляется. Так, наша команда взяла ФБ. Это хорошо. Так, не наглей, чувак. Не наглей, зачем, ты, блин... Да, это был неудачный эксперимент. Зачем он полез, союзник? Да что ж такое, что за команда такая? Чем вы дохнете? Ну давай, вы кого-нибудь убей! Да что им так везет? Вообще капец, короче, ребята. Им пипецки везет, все с пяткой хп. Как я уже и говорил, я даже покажу игры, которые я играю вне видео. Я там набиваю кучу киллов. И видео, которые я играю с видео. Не получается что-то набивать. Так, немножко отомстили, да? Двоих смогли убить. Плохо то, что игровые звуки, если я делаю громче, чтобы вам было их слышно, они для меня слишком громкие получаются. А когда я делаю как бы так, чтобы комфортно мне было слышно, то вам их не слышно. И вот я не знаю, как мне записывать видео, чтобы звуки было нормально слышно. Потому что запись игры на мобилке, это не такая запись игры, как на компе. На компе записывают системный звук. Запись на мобилке системный звук не записывает. И это очень сильно раздражает. Нельзя записать нормально звук с игры и нормально микрофон. Получается, короче, полная лажа. Вообще жестко, жестко просто убивают, конечно. Ну, что я там говорил? С толку сбили. Вот, звуки вообще с толку сбивают, я не знаю, что говорить. Поэтому я не могу со звуками играть, чтобы вам было слышно. Извиняйте! По-другому никак. Не знаю, как звуки системные записывать. Системные звуки не записываются.
Она тупо бежит в своей веере, это откидывает. Ты за ней бежишь и умираешь. Так, ну счет 9-12. Очень плохо. Сказать даже нечего. Этим героем у меня получалось катку тащить. Получалось. И не раз получалось. Но только не на видео. Давай, давай. Блин, все, он под вышку ушел. Его вышка спасла. Dominating. Я сейчас так не знаю, так напряженно играешь, даже комментировать ничего не могу. Блин, да опять скилл прожал, не то что нужно. Так и знал, что он в кустах сидит, блин. А он только и ждал, пока я подойду. Эх, вот засада была, конечно. Вот такая вот. Итак, счет у нас 16-19. Мы по-прежнему по киллам проигрываем. У меня счет 3-4. Отвратительно! Dominating. Нормально, спасли хотя бы этого чувака. Блин, взял и убежал, зашибись. Блин, втроем налетели. Что за собаки такие? Отказаться. Еще играем. Этим героем можно тащить за счет его перекача. Им легко перекачиваться на лайне. Но если там любой другой ТДшник идет на равных, то уже этим героем уже сложно. Он уже начинает отсасывать. Учитывая на мой счет, учитывая на счет команды, я профукал этого героя в этой игре. Так, этого мы добили. С легкостью, можно так сказать. А что они там подыхают, как мухи дохнут? Я в шоке. Алло, ребята. Ай, ё-моё. Капец, он имбовый какой-то чувак. Я в шоке, он просто разрывает всех, он даже хп не отнимается. Он такое чувство, что он соло всех убил сам. Троих точно убил, вроде бы. Я вижу главную ошибку своей команды. Они в соло и дохнут. Просто в соло идут и дохнут. Вот там было три противника. Первый дурачок с нашей команды пошел сдохнул в соло. В соло против троих. Потом мы подошли, когда уже дохлый был. И мы смогли двоих убить. Но получается, трое сдохло, а двоих убили. Очень честный обмен, да? Засада. А где пятый? Как он так убивает? Что за имба такая? Мы на его вчетвером прыгнули, он даже того успел убить. Я в шоке. Я не знаю, какая-то команда такая тупая. Или такой противник хороший.
За секунду эти союзники падают. Просто за секунду. Во! Стычки, блин. Просто стычки падает, чувак. С команды моей. Я не знаю, ну чё? Вот просто мясо. Вот в команде просто мясо. Вообще мясо. Он прыгает в толпу, дохлый. Прыгает в толпу, дохлый. Прыгает в толпу, дохлый. Да понятно, что проигрыш. Лайки. Ага, конечно, помидоров вам гнилых, а не лайков. Смотрите прошлые игры. Победа 14-1. 13 ассистов. 13-1. 13-0. А там, где записываю видео, счет плохой. Ладно, ребята, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Ба-бах.